Всем привет! Нахожусь на улице Ленина, возле такого интересного магазина, салона, сыроварня. Коровку они здесь сделали, если можно так выразиться, почти в человеческий рост. Корова получилась такая под гжель, очень симпатичная. Замечательная такая коровка. Вот такой магазин. Внутрь я, наверное, не пойду. Маску надевать не хочется. Ну, тема этого видео о составе рациона в части молочных продуктов и вообще животных жиров. Хочу немножко об этом поговорить. Очень важно иметь сбалансированный рацион. Ну, те люди, которые употребляют мясо, рыбу, я не знаю, что сказать, какую долю молочные продукты должны занимать в их рационе. А насчет лактового вегетарианцев скажу так. Вот считаю, что вполне достаточно для человека, не занятого серьезной физической работой, одно яйцо в день, достаточно одного яйца в день, 20 граммов сливочного масла и 20 граммов сыра. Ну, может быть, немножко больше, знаете как, может быть, вот край я бы так положил, что 2 яйца, 40 грамм масла и 40 грамм сыра, ну, 50 грамм, ладно, сыра. Мне кажется, больше этого количества употреблять людям, занятым умственным трудом, просто опасно. Если идет физический труд, соответственно, мышцы рвутся, какое-то напряжение идет сильное. Тут я ничего не могу сказать, поскольку это особая ситуация. А в отношении работников умственного труда вот так. 1-2 яйца в день и 20-40 грамм масла или и сыра, да. 20-40 грамм. Вот так бы я предложил формировать свой рацион в части животных продуктов для лактово-вегетарианца. Эти нормы я прочитал в интернете, считаю их обоснованными, разумными, придерживаюсь их сам и, в общем, неплохо себя чувствую. Ну, можно заменить масло 1-2 стаканами молока, а сыр можно заменить 2-кратным количеством творога. Вот так приблизительно я считаю. Если у вас есть свои какие-то соображения по данной теме, пишите в комментариях. Буду рад с ними познакомиться, обсудить их вместе с вами. Всего вам доброго, хорошего настроения и здоровья. С вами был Дмитрий из Орла.